В ближайшую субботу на канале ТНТ покажут новый выпуск шоу «Танцы», который был снят во время кастинга в Уфе. В распоряжении Стархита оказались эксклюзивные кадры, на которых известная спортсменка и ведущая проекта Лейсан Утяшева исполняет номер в стиле стрипластика с элементами вога. Популярная гимнастка предпочла скрыть лицо от членов жюри, чтобы ее не узнали. Перед судьями появилась гибкая девушка на высоких каблуках, одетая во все черные, и исполнила очень сексуальный и чувственный номер. Зрители поддержали аплодисментами таинственную незнакомку, а Мигель, Сергей Светлаков и Татьяна Денисова захотели выяснить, кто скрывается под маской. Участница кастинга сняла маску, и они поняли, что перед ними оказалась ведущая шоу «Танцы», примерная жена и мать двоих детей. Специально для этого номера Лейсан училась танцевать стрипластику. Лейсан Утяшева: когда человек счастлив, он не смакует скандалы. Известно, что Павел Воля поддерживает начинание супруги. Полную версию впечатляющего танца от прославленной спортсменки зрители увидят уже совсем скоро, 23 сентября в 21:30 на канале ТНТ.